Когда я об этом узнал, я подумал сначала, что это чья-то шутка или чья-то утка. Но лучше бы эта утка превратилась бы в реальность, потому что нам действительно в стране не хватает своей качественной сети общепита, где используются наши качественные, выращенные в нашей стране продукты. Нам, как компании Евросервис, очень долго не удается зайти в иностранные компании, в том числе и в Макдональдс в нашей стране, для того, чтобы выполнять для них сервисные услуги. И было бы очень здорово, если бы Михалков и Кончаловский организовали бы, наконец бы, такую сетку. Да, в принципе, без разницы, кто это организует. Пусть уже организуется сетка общепита по стране массовая, в которую можно войти нам, как сервисной компании, работать, соответственно, во благо населения. Надо уже действительно слезать с нефтяной иглы и создавать российский бизнес, создавать российские качественные сети общепита и вообще не оглядываться уже на Запад, не оглядываться на Америку, а делать свой качественный продукт.